Птичка! Дед, не спугни. Вот так-то, отлично поохотились. Теперь у нас есть филешечки. Голодать не будем. Свинина! Свинотоц! О, стрелочки, отлично. Когда нет стрел, отлично помогает обзывательство. Свиное рыло! Ауч! Кажется, это было лишним. Дрейфуем, дрейфуем! О, ты глянь, сколько бочек с порохом! Кажется, сегодня вечером у нас будет фейерверк. Думаю, тот танцующий свинь будет не против, если я у него свистну бочечку. Плохие дела, нас спалили! Не-не, поставь их, не кидай! Ой, твою налево! Все нормально, я в порядке. Просто поджарил свои булочки. Ты глянь, сколько мяса! И это все мне! Вау, какая чудная пещера в виде черепа. Пойдем-ка посмотрим, что там у нас. Слушай, там походу тусня. Местная свинота собирается, чтобы затусить, а вон там фейс-контрольщик стоит. Попробую пройти на светскую тусовку. Кажется, он против. Не дуги! Фейс-контроль пройден. А не, не, братва бежит. О май гарбл, я чувствую себя как в боевике. Блин, кажется, они подорвали клубешник. О, свинья. А вот и директор бежит клуба. По-любому все из-за тебя на воздух подлетело. Пожарная инспекция, приведите ваши огнетушители. Вообще, спички детям не игрушки. Ну я же говорил, сам себя еще поджег. О, господи. Сундук на изи взял. Спят усталые свиноты, пчелы летают, над ними кружа. Пузыри из рыла вылетают, явно снится сладкий сон. Так, пчелы, дайте меду. Оу, кусучие пчелы, все пошло не по плану, дергаем ляхи свои. Отстань от меня, рыло конопатое. Чего ты на меня прыгаешь, я тоже вон прыгать умею. Ты мне почти щит сломал, получай. Вот так, будешь знать, как на маленьких мальчиков лезть. Сейчас мы с тобой устроим пчелиное возмездие. Хе-хе-хе-хе-хе. Пчелы в бой! Давайте жальте его. Хе-хе, мой коварный план сработал. Эй, свинь, ну куда же ты, подожди. Выяснил, что обычные стрелы можно поджечь от костра. Ну и также вместе с ним и траву. Есть коварный план. А что если мы подожгем вот эти коробки? Задымилось? Загорелось? Оу! Кажется, мы тут устроили небольшой пожарчик. Одна полностью сгорела, и вторая тоже. С них что-то вылетело. Ага, вижу. Печеное яблоко. Там что? Жареный желудь. Лесничий домик. Шатать меня в древесину. Это ж как он тут очутился. Ну, правда, он такой весь ветхий, смотри. Пойдем, зайдем, посмотрим, что там. Есть кто дома? Баба-яга какая-нибудь. О, топорик. Обалдеть, мне как раз нужен топор. Смотри, спальное место, там вон кухонька, здесь столик. Жгучий перец. Хорошо согревает в холод. Зима не близко, но пригодится. Там вон, кстати, еще книжечка какая-то есть. Давай почитаем. Это дневник старика, ты прикинь? На этом безлюдном плато моя единственная радость – это кулинария. И сегодня я приготовил поистине необыкновенное блюдо. Я назвал его «Острый хруст микс». Это блюдо не только восстанавливает здоровье, но и защищает от холода на заснеженных склонах гор. С ним даже теплый дуплет не нужен. Обалдеть, ты прикинь, старик здесь совсем один жил. Но есть одна проблема, я не записал рецепт этого прекрасного блюда. Помню, только что бросил в казан сырое филе да жгучий перец, а остальное из головы вылетело. Похоже, я совсем старый стал. На этом заброшенном плато даже посоветоваться не с кем. Если бы кто-нибудь подсказал мне недостающий ингредиент, я бы отдал ему теплый дуплет. Разумеется, это вряд ли произойдет. Надо бы обрадовать дедулю и приготовить его этот хруст-микс. Глянь-ка, виллу нашел. Какая огромная бочка. Оу! Да я теперь в этом... как это, в стелсе? Меня никто не запалит. О, черт подери. Бочка, стой! Не катись. Пойдем-ка посмотрим на реакцию вон тех свиней. Приближаемся к первому свину. Даже не представляю, что он подумает. Наверное... А, бочка с маленькими ножками! Ёкарный бабай, он в рог дудит! Братву зовет. Типа, братва, иди смотри, что нашу... А, не, он в меня стреляет. Он понимает, что там чел сидит. Ой-ой-ой, интересно, бочка выдержит удары их? А! Меня рассекретили! Валим в кусты!
Не подходите ко мне, у меня есть вилы. Насажу сейчас вас всех. Ой-ой-ой, какой ты псих. Никогда не видел бешеных свиней. Так, вернемся к тому, что нужно приготовить хрустящий микс для нашего дедули, чтобы он нам дал теплый дуплет. Значит, он говорил про жгучий перец, сырое филе и еще какие-то недостающие ингредиенты. Давай попробуем вот, например, хайрулею. Вопрос лишь один. Сколько было недостающих ингредиентов? Одно или два или три? Итак, чем мы там сморганили? Острые пряные стейки. Повышает устойчивость к холоду уровень 1. Отлично! Хотя нет, не отлично. Это же не блюдо дедули. Попытка номер 2. Вместо хайрулеи добавил туда мед. Посмотрим, что получится. Мясо в сиропе. Опять не то. Короче, не получилось замутить блюдо по-дедовски. Оставим это дело на потом. Пойдем лучше сходим вон туда. Там дедуля рубит дерево. Может, ему помочь надо чем? Когда лень лезть за яблоком, можно воспользоваться луком. Так, тихо, упади! Ух. Нифига себе здесь обрывчик. Блин, так а тут дороги-то дальше нет, получается. Хо-хо, ха-ха. Дед, ты мне скажи лучше, как на ту сторону перебраться. Там же святилище. Мне туда надо попасть по-любому. Ладно, пошли искать обходные пути. Блин, да тут же зима. А я говорил, зима далеко. О-о-о, я мерзну. Ты посмотри, как я дрожу. Да, дедовский дуплет мне бы не помешал. Кажется, у кого-то туса сегодня намечается. Нужно лишь добавить огоньку. О-о-о. Отличная тусовочка вышла. В принципе, этот весь подрыв был ради казана, чтобы наморганить себе согревающих блюд. Намерзни, мальчик. Скушай фруктовый микс. Он вроде как согревает. О, ты посмотри. Получилось? Я теперь могу блуждать по зимнему биому. Без всяких шуб. Шикарно. Чуть там за гигантский лист лежит. Иногда с поваленного дерева падает этот странный лист. Одним его взмахом можно сдуть легкий предмет. Может пригодится, надо бы взять. Заодно захватим дрова, чтобы греться в темных холодных ночах этой зимы. Тупык! Кто сказал тупык? Я же маленький мальчик, который может лазить по горам. А еще я слышу, как свиньи там кушают. А, не, они радуются там, ты посмотри. Вот они шумные, а. Немножечко физических тренировок. Подкачаемся для испытаний. На самом деле мне просто нужен огроменный костер. И я сейчас намерен это сделать. Где это долбанное святилище? Оно же должно быть тут. Я на самом краю. Ну не, да ладно, ну как так? По зимнему биому пройди. На гору поднимись. Потом с нее слезь. Я, черт подери, маленький, ушастый эльф. Маленький мальчик. Я такими темпами до старости своей не доживу. Пенсию не получу. О, кстати, а если это произойдет, кому моя пенсия достанется? Ура! Мы слезли. Слава богу, я не упал. Как я радостно бегу. Лифт мне запустить, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. Застывшее время. Ничего ж себе тут механизмы. Походу нам надо вот сюда. Стазис. Останавливает объекты во времени. Ладно, сейчас проверим. Нужно остановить вот эту шестеренку. Вау. Это просто круто. Я чтоб меня, повелитель времени. Правда, ненадолго. Ну да, совсем чуть-чуть. Буквально на 10 секунд хватает этого стазиса. Ну слушай, это же просто замечательно. Ой. Тут еще какие-то ловушки стрёмненькие есть. Мне что, бегать через них нужно, что ли? Ага. Почувствую себя Индианой Джонсон. Или Том Брайдером, расхитительницей гробниц. Ух, успели. Слава богу. Эльфийской лепешки пока не будет. Ладно, все, передохнули, пошли. Вот это молоточек, железная кувалда. Мне кажется, она нам сейчас пригодится. Хотя, не-не-не, стой, там сундук есть. Надо бы за ним сбегать. Походный щит. Ну, по крайней мере, нельзя сюда сбежали. Молот, молоточек. Поможет мне. Так. А нет, нифига не поможет.
тогда нужно попробовать накопительный стазис. Значит, мы сейчас его сковываем. Теперь по нему лупим. О-о-о! Нифига себе! Вот это я мощный. Ну, не совсем я, это, короче, фишка стазиса. Но я же им владею, значит, я крутой по-любому. Здрасте, дядь. Как ваши пенсионные мумиозные дела? Слава тебе, Господи. Он мне столько историй рассказывал, это капец, я уж думал, я тут вместе с ним постарею. Ура, товарищи, осталось еще одно святилище и все. Мы наконец-то свалим с этого плато. Если, конечно, дед нас снова не кинет, пойдем искать последнее святилище. Хотя подожди, а это что за камень? Тут такой мутный стоит. Он сундук прикрывает. Надо бы его сдвинуть отсюда. Вот это гольф. С здоровенными шарами. Надеюсь, здесь что-нибудь путнее лежит. Походный лук. Ладно, пойдет. Направляюсь сейчас к предыдущему святилищу, потому что мне написали в комментариях, что я там упустил сундук. Надо бы это и дело исправить. О, здрасте, ваше костяшество. В этот раз я от вас убегать не буду. Вы один. Серьезно? Я могу взять его руку, а еще и сам череп. О май гарибл. Я не могу, я... Я у живого скелета упер черепок. Ну чё, друган? Я буду на... А, подожди. Вот это возможности поиграть в футбол черепком. Куда укатилось? Подожди, верни моего друга. Побежали скорее, я покажу прелести тебе этого мира. Ну все, хватит этих сопливых историй с черепком. Мы вернулись в святилище, чтобы достать вон тот сундук, который я пропустил в прошлый раз. Поскольку сундук у нас металлический, достанем мы его при помощи нашего замечательного магнитика. Что же ты скрываешь в себе? Походный лук. Серьезно? Да лучше б я за ним не возвращался. Ну все, на сегодня довольно приключений. Осталось еще одно святилище, и мы его уже видим прямо отсюда, с этой вышки. Вон там, вдалеке, оранжевая точечка. Ну а доберемся мы туда в следующей серии.